Ну что ж, начинаем. И составом играющих команд. Они на ваших экранах. Атака Ленинградца, удар и гол! Очередная атака Ленинградца, и вот мяч штрафной, передача Рислан Умаров, 2-0! Передача, и здесь на опережение Костенко проигрывает позицию. Это сверхнадежная схема, ну посмотрите, ну как. И как легко, и Будачев, да, вышел из ворот, но справится с ударом Пичугина не сумел. Будачев, а Будачев-то ошибается. Айропетян прямо в ноги. Прострелы, и Костин прерывает. Вот такое сверхголевое, сверхбыстрое начало. Воробьев идет сам. Пытается переиграть, но в результате ошибается. И Савицкий вынужден бежать на свою позицию, возвращаться. Айропетян. Хорошая передача. Иванченко. Мяч штрафной. Удар! И какой гол! 2-2. Родина сравнивает счет. Шокирующее начало справа. 16 метров. Будачеву еще, надо сказать, солнце в лицо светит. Да, ну что он здесь мог сделать? Поляков. Хорошая передача. Казаков. Можно пробить. Мяч по правой, 3-2! А Руслан Казаков штрафной и перемудрил, но тем не менее Вован Воробьев оформляет дубль! Вот он вошел в штрафную и думает, и думает, и уже убрал мяч. Момент, и едва Родина не забивает гол. Да, ну и все, закончен. Второй тайм закончен. Тренеры сейчас будут в раздевалках проводить очень серьезные беседы со своими подопечными. Шавель вошел в штрафную. Опасно, удар! И рядом со штангой мяч волнительно покидает пределы поля. Защитника обошлось. А теперь какая ошибка и хорошая передача Воробьева. А теперь подоставить мяч Резвану Умарову. Резван Умаров с ударом! Поляков! Удар! Гол! Смотрите, Резван Умаров и как Поляков с правой. Даже в раннее время, но здесь недостаточно светового оборудования проводить матчи вечером. А днем-то в такую погоду самое 9 числа сыграет здесь команда. И 3-й играет запланированно, состоится 12 сентября. Но до этого еще кубковые играли играться со звездой 19-го, которую тоже, возможно, покажем, а это... Арбитр пока даже не смотрит на часы, но сейчас это сделал. И все. 5-2 на прекрасном стадионе Рощина Арена, где я, если честно, вот первый раз. Это вот статистика матча на ваших экранах. Владение мячом, удары.